Проехать до микрорайона Китой на автомобиле стало комфортнее. Причиной стал вчерашний приезд губернатора области Сергея Ерощенко. А перед тем, как кортеж руководителя региона и кабинета министров пронесся по китайским дорогам, на участок старого московского тракта была направлена бригада дорожно-ремонтной службы. Латание ям они вели в условиях дождя, чем вызвали негодование водителей, проезжавших мимо. Ну, просто асфальт прямо в воду, в лужи закладывают, горячий асфальт, его раскатывают ручным катком маленьким и считают, что это готовый ямочный ремонт, который можно сейчас сдать, соответствует всем ГОСТам. Ну, просто вот честно, как автолюбитель, слов нет. Вот там заделали опять в очередной раз переезд трамвайный. Гемайск. Опять закатали, это до первого дождя, до первого снега, когда все это опять растает, там будут такие большие ямы, опять все мы будем разбивать там подвеску. По словам жителей микрорайона, как только губернатор покинул Китой, дорожные службы и след простыл. И в центре микрорайона дороги по-прежнему, как после войны.